Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня продолжаем тему летних напитков. Давайте приготовим очень вкусные и прохладительные напитки, которые так необходимы в летний зной. Поехали! Итак, первым у нас идет малиновый морс. Для его приготовления нам понадобится чистая питьевая вода, ягоды малины, мед и мята. Итак, в миску блендера отправляем ягоды малины. Вы можете брать любую ягоду, которая вам по душе. Сюда же отправляем листики освежающей мяты. Накрываем крышечкой и миксуем. В малиновую массу добавляем мед и немного воды. В наш стакан положим льда. И вливаем морс. Достаточно. Сверху я тоже положу пару штучек льда. Вот. Украшаем мятой. Мятка. И трубочка. Вот и готов наш летний прохладительный морс. Выглядит очень красиво. Давайте попробуем. Это действительно самый настоящий ягодный морс. Особенно мне нравится, как он сочетается со льдом. Получается очень холодно. Ну и с мятой, конечно же. Приготовим лимонад. Итак, для приготовления лимонада нам понадобится 3 лимона. 2 из них пойдут в сам лимонад, а 1 пойдет на украшение. Сахар. Мята для украшения. И вода. Я очистила лимон от кожурки, чтобы не было горечи. А сейчас очищаю от косточек. Потом отправляю лимон в блендер. Теперь лимон процеживаем через сито. Вот сок уже полился. И помогаем соку. К лимонному соку отправляем сахар. И размешиваем до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Лимонный сок отправляем в чистую питьевую воду. И начинаем украшать наш лимонад. Сюда я решила добавить льда. Какая красота! Думаю, столько достаточно. И лимончики, нарезанные дольками заранее. Сверху положу еще немного льда и мяту. Получился очень вкусный домашний лимонад. Советую его приготовить. Друзья, за короткое время я приготовила 2 напитка. Малиновый морс и домашний лимонад. Сейчас лето, сезон ягод и фруктов. Вы можете готовить разнообразные напитки, ведь они не только вкусные, но и очень хорошо спасают от жары. Всем спасибо за просмотр. В
Вкусно и просто. Приятного аппетита. Всем пока. Увидимся в следующих видео.